На 9-му каналі актуальне інтерв'ю. Моє вітання, я Артур Терещенко. Щороку в предостанній день серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницького зникнення або День зниклих безвісти. День встановлений згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 21 грудня 2010 року з активної підтримки міжнародних правозахисних організацій та Червоного Хреста. Сьогодні в нашій студії заступниця голови громадської організації Всеукраїнське об'єднання родичів зниклих безвісті Надія, пані Вікторія Солодухіна. Моє вам вітання. Дякую. Навзаєм. Перше питання, мабуть, таке. В Україні з 2014-го розпочалася війна на Сході, і питання безвісті зниклих постало дуже актуально. Як це прокоментуєте? Ну, на момент 2014 року у нас було більш ніж 3 тисячі зниклих безвісті по Україні, і це іменно в зоні АТО. На момент, наприкінці 2018 року у нас було 1500 зниклих. І на цей час по реєстрам Міжнародного комітету Червоного Хреста у нас 756 зниклих безвісті в зоні АТО. Якщо говорити про статистику загальну за 6 років, яка кількість людей, які, скажімо так, потрапили, мають цей статус? У нас, к сожалению, большое количество пропавших без вести – это гражданские, но это в основном Донецкая и Луганская область. Остальная часть Украины – это военные пропавшие без вести. Из моего опыта – это все-таки Иловайск, это Дебальцево, и это бой 5 сентября под Спартаком. Там мы понесли самые серьезные потери и погибшими, і пропавшими без вісті. Якщо говорити про логістику пошуків, як це відбувається, ну, скажімо так, уже в 2020-му розуміємо, що з року в рік набували певний досвід. Як це відбувається зараз? Ну, к сожалению, починаючи з 2018 року, це не відбувається аж ніяк. Тому що в 2018 році був прийнятий закон о пропавших без вісті, у статусі пропавших без вісті. И согласно этому закону, все полномочия по поиску пропавших без вести, по составлению даже единого реестра пропавших без вести, были переданы комиссии при Кабинете министров, комиссии по справам пропавших без вести. На превеликий жаль, эта комиссия, она так и не была зібрана. Она и до сих пор зібрана и не працює. На 18 квітня, здається, був встановлений склад, 19-го року був встановлений перший склад цієї комісії, який так і не зібрався. 22 липня цього року був встановлений новий склад нової комісії при новому Кабміні. За півтора місяця комісія так і не зібралась. І, на жаль, ми маємо дуже серйозні побоювання про те, що комісія так і не буде зібрана ще до кінця року. Чому так відбувається? Хто в цьому зацікавлений, щоб комісія не працювала? Зацікавлений. Ви знаєте, це дуже складно сказати. Ми дуже сильно сподівалися, що після того, як помінялась власть, прийшли до власті нові люди, ми зможемо, ну, буде великий прорив іменно в пошуку пропавших без вісті. Тому що нова власть, вона як би не має гріхів, вона може відкреститися від гріхів старої власті. Ну, от пройшов рік, и да, по крайней мере, нас признали на то, что есть семьи пропавших без вести. И с нами готовы работать, и к нам, в общем-то, начинают прислушиваться. Но на данный момент, опять же, вы поймите, для того, чтобы искать пропавших без вести, должна быть комиссия. Именно она формирует и может запустить работу поисковых групп. То есть мы не говорим даже о том, чтобы искать живых ребят, потому что мы надеемся, что среди пропавших есть живыми. Мы не безумные оптимисты, мы нормальные люди. И мы понимаем, что часть ребят погибла, но мы надеемся на то, что часть из них жива. И их нужно найти, их нужно вернуть, их нужно освободить. Но мы не говорим даже об этом, мы говорим о том, что поисковые группы, которые должны искать погибших, которые должны возвращать тела наших ребят, даже они не работают, начиная с 2018 года, потому что только у комиссии по пропавшим без вести есть полномочия запустить работу. Ребята-поисковики 2 года сидят и ждут, когда им разрешат работать.
Дивна ситуація, але якщо вже ви сказали про те, що сподіваєтесь знайти живими, сподіваюся, що є така приємна статистика, яка вона, яку кількість знайдено тих, хто перебував у статусі безвісті зникли живими? Ну, ви знаєте, це така дуже таємна, втаємничена тема. Ми звернулися з цим питанням до пані Ірини Геращенко наприкінці її каденції. І вона нам відповіла, що в неї вона знайшла трьох живими. К сожалению, ну вот понимаете, как ситуация какая. Вот у нас есть, например, Лена Чмель, да? Ее сын абсолютно точно жив. Он абсолютно точно находится в плену. Об этом говорят ребята, которых вот освободили и в последний раз, крайний раз, как говорят, и в предыдущий. Они были освобождены, они находились с ним вместе в колонии, они его видели. Но та сторона говорит, что его у них нет. Мало того, мать с ним беседовала, мать с ним говорила. Есть даже волонтеры, ей передали приговор, который вынес суд ДНР ее сыну. Но, тем не менее, ее, та сторона не признает его наличие, и он считается пропавшим без вести. И мы рассчитываем, что этот пропавший без вести в ближайшее время все-таки будет освобожден. Якщо говорити вже, ми згадали про діалог з бойовиками, да? Тобто певний час вони навіть давали можливість матері поспілкуватися з сином. Як зараз це відбувається? Хто іде на діалог з представників так званих народних республік? На жаль, ніхто. На жаль, никто не идет на диалог. К сожалению, даже Международный Красный Крест, который должен являться посредником, и если вы помните, то после вот встречи в нормандском формате нашего президента, он выступал на ступеньках, стоя вот в окружении министра президента Франции, он сказал, что Красный Крест получит полномочия, которые позволят им заниматься розыском пропавших и освобождением пленных. До сих пор Красный Крест такие полномочия от боевиков не получил. Они еженедельно практически, мы очень плотно работаем совместно с Красным Крестом, практически это единственная организация, которая все 6 лет оказывала нам поддержку, несмотря ни на что. И мы к ним обращаемся довольно регулярно с просьбой подать запрос о посещении того же вот Чмеля, да? Мы точно знаем, где он находится и что он жив. И они получают тот же самый ответ о том, что этого человека на территории ДНР нет. Який зараз статус мають рідні зниклих військових? Вони, ну, официально на данный момент у них зовсім нема статусу. То есть для того, чтобы получить статус пропавшего без вести, согласно закону, принятого в 2018 году о пропавших без вести, родственники должны попасть в реестр пропавших без вести. А реестр пропавших без вести без должна комиссии, создать комиссия пропавших без вести, которая не работает 2 года. Поэтому это все о статусе пропавших без вести. Да. Добре. Ваша громадська організація має вплив на державні органи, які, ну, скажімо так, здійснюють пошуки? Чи все ж таки це зателефонували хлопці, ну, давайте почнемо працювати? А ті кажуть, нема згори команди, ми готові, так? Ну, принаймні, по факту, ви ж бачите, то, що не працює комісія до сих пор 2 роки. Ви знаєте, це, ну, просто потрясающе, тому що ми обращались в комітет Верховної Ради по правам чоловіка, тоді був його начальником, не начальником, а керівником Григорій Немиря. І він созивав, було 3 зібрання по цьому поводу. И были запрошены представники того Кабмина, пана Гройсмана. И они так и не пришли. Они до нас не дошли. Потом мы обратились к нашему депутату Андрею Денисенко. И он, Верховная Рада, и он сделал звернення до президента Порошенко и пана Гройсмана, на той момент премьер-министра. И это звернення подписали 63 депутаты. Звернення про работу комиссии. Через 3 месяца мы получили ответ. Нам его прислали пожарники, которые написали о том, что они не могут нам помочь. И я им поверила. Потому что пожарники нам, к сожалению, помочь не могут. Ну, то есть нам відповів МЧС. Да. Ну, а на ваш погляд, чому так відбувається? Ну, дивіться, ну, скажімо так, рік при Порошенко, щонайменше, да? Вже рік при Зеленському.
Ви розумієте, тобто, ці люди нікому не потрібні? Ті, ні, хто... вопрос не в тому, що ці люди не потрібні, а вопрос в тому, що, знаєте, кажуть, дуже стрьомний вопрос. У нас от, є 1500 чоловік, похоронених по ДНК-експертизі. Дуже цікава річ доволі, де ця ДНК. Ви знаєте, на жаль, ми не вважаємо цю річ дуже цікавою, тому що ми вияснили, що, оказывается, оборудование, на котором проводятся эти экспертизы, оно работает по инструкции 2001 года. И кроме как у нас, больше нигде в мире оно не используется. То есть это устаревшая технология, это устаревшее оборудование, которое дает максимум 60% вероятность. То есть там, где нам пишут про 99-99 совпадения по ДНК, это всего лишь 60%. То есть фактически мы играем в что-то нечто с вами. Если я не прав, поправьте меня, вот в интернете я как-то видел одну статью о том, что вот по ДНК человека похоронили, сказали родителям 100% ваш, а он потом приходит живой. Ну это вот в Новомосковске был такой случай, то есть у нас Днепропетровщина, да, это история, и это не единственная история, они, к сожалению, замалчиваются, но вот мы сейчас хотим, мы сейчас запускаем сайт, надеемся. Вот, на нем мы хотим создать сторінки книги надії, то есть там будуть всі хлопці, яких чекають вдома. То есть ми зараз працюємо над проектом «Стіна надії» і хочемо почати з Дніпра, бо нас, на жаль, найбільше, наша область найбільше постраждала від війни. У нас найбільше загиблих, у нас найбільше в Україні зниклих безвісті. У нас 39 сімей досі не знають про долю своїх близьких. Вот, и мы пытаемся сейчас создать вот эту стену надежды и хотим сделать на своем сайте страницу книги надежды. Те, що ви принесли на столі зараз, це що? Давайте покажемо нашим глядачам, а наші оператори зафіксують, будь ласка, показуйте. І так і тримайте, і розповідайте, що це. Это наша презентація нашого проекту «Стіна надії героїв Дніпропетровщини». Это вот была вот на днях совершенно, по-моему, 28 числа торжественное открытие стены памяти в Киеве. И на этой стене памяти по требованиям родителей были сняты фотографии ребят, которые пропавшие без вести, которых семьи ждут домой. Ждут. Ждут. И не семьи верят ждут. В их смерть. Семьи ждут. Мы ждем, молимся и надеемся. И получается так, что их нет на стене памяти. И их нет дома, и они реально пропавшие без вести. И мы считаем, что это неправильно. Мы считаем, что должно быть место, где все эти фамилии запечатлены, потому что самый большой страх у членов семей – это что их близких потеряют или забудут. Потому что, ну вот, вдруг родители не бессмертные, понимаете, что-то случилось, мама умирает. И все, и кто-то вот чиновничьей рукой вычеркивает ее сына из этого списка пропавших без вести. А все-таки согласитесь, вычеркнуть на листочке бумаги или отшкарлупать фотографию от стены, это все-таки разные акты, и они по-разному запечатляются. І ця ідея, це в масштабах, принаймні, нашого регіону, чи ви хочете таку стіну започаткувати в масштабах України? Ми хочемо започаткувати в масштабах України. Ми хочемо почати в Дніпропетровщині, зробити стіну надії Дніпропетровщини, а потім зробити це в межах всієї України. Тому що у нас спільні страхи, к сожалению, у нас спільні страхи, у нас спільні надіжди, к щастю, і... так сказати, спільні завдання на майбутнє. Якщо нас зараз дивляться певна категорія людей, які б хотіли допомогти у створенні такої стіни, де вас шукати? Як? Нас шукати у Дніпрі, у Фейсбуці. Могу повторити, мене звуть Вікторія Солодухіна, у мене є своя страниця на Фейсбуці, у нас є сторінка об'єднання рідних зниклих без вісті солдат, на Фейсбуці. Ну, таким чином, через соцмережі. І зараз ми відкриваємо, у нас от буквально в течені там місяця півтора должен почати працювати сайт, це «Надіємось», де будуть, собственно, сторінки «Надії», де будуть в електронній формі, так сказати, фотографії ребят, которых ми ждемо домой, їх історії. Стандартний, но очень актуальний вопрос. Слышат ли вас городские областные власти? К
кто слышит, кто готов помогать из сильных мира сего? Из сильных мира сего пока месть нам, к счастью, помогает украинская наша церковь. Вот они нас поддерживают все 6 лет. И вера — это все-таки, знаете, это вот, ну, духовно, это очень важно. Особенно сейчас, когда прошло 6 лет, и матери находятся в непрерывном стрессе, вот это состояние невызначенной втраты, это ужасно. А местные власти, к сожалению, я не могу сказать, что нас игнорируют. Вот мы сейчас, например, в 2019 году была создана рабочая группа при администрации нашей областной. Потом у нас произошло изменение власти, и, к сожалению, пока эта группа не работала. Вот мы звонулись прямо сегодня, мы как раз отправили обращение к губернатору по поводу того, что мы хотели бы, чтобы во второй декаде сентября произошла рабочая встреча по опять членов этой группы, потому что, опять же, возникло очень много вопросов. Поскольку не работает единый реестр, не создается сейчас по всей Украине, мы хотим создать единый реестр по Днепропетровской области, зниклых без вести. В прошлом году и в этом году уже должны выплачивать ежемесячную помощь семьям пропавших без вести. На это есть деньги в бюджете, но помощь до сих пор не выплачивается, потому что до сих пор не оформлены документы. Поэтому мы хотели бы, опять же, в этой рабочей группе обговорить порядок этот. Процедура оформления таких документов складна и насколько дуже складна? Дуже складна. Вона дуже складна и, на жаль, вона дуже противоречива. Выходить так, что у нас часть ребят, они числятся пропавшими без вести, например, в своей части. А в полиции, там, где были заведены дела, они там уже свою 99 получили, и следователи поспешили закрыть дела. Опять же, все тот же пресловутый 99-99. Вот, и поэтому документы у каждой семьи свои, к сожалению, собрать полный комплект очень сложно. И вот именно это мы хотели бы обговорить на заседании рабочей группы. Ну, смотрите, очень важный момент. Итак, мы с вами прекрасно понимаем, что денег в стране, чтобы закупить правильное оборудование, на котором нельзя работать, ну, в 2001 можно было, но не в 2020, да, нельзя. То есть мы прекрасно понимаем, что ДНК — это понятие очень условное. В лучшем случае 60% попадания. А на ваш взгляд, из тех, кто, кого похоронили, и вот... А похоронили ли того? Какой, как сейчас это уже проверить? Вот понимаете? Ведь среди тех похороненных могут быть живыми. Вот это то, что, честно говоря, мне иногда мешает ночью спать. Потому что иногда я просыпаюсь и думаю о том, что люди потеряли надежду. Ведь если они, даст Бог, живы, находятся в плену, то они извещены о том, что они тут похоронены. И это, ну, понимаете, когда ощущение, когда у тебя нет надежды, люди живут надеждой на возвращение домой, на то, что их тут примут, на то, что оценят их подвиг. И когда этой надежды нет, это страшно. А про оборудование я вам могу сказать, что мы вот общались с Павлом Нетесовым, это именно один из создателей «Стены памяти». И американцы предлагают свое оборудование, современное, причем, которая сводит к минимуму возможности злоупотреблений. Потому что после того, как запущена операция по распознанию ДНК, физически человек не может туда вмешаться до получения результата. Вот они бьются уже, насколько я знаю, я разговаривала с вот этим, это бывший военный, который имеет возможность привезти сюда это оборудование. Мало того, они получат комплекты, тестов. То есть не идет речь вообще о какой-то оплате. Они получат возможность пройти обучение, но наши специалисты отказываются. Кто тормоз? Насколько я знаю, обратились в Министерство обороны, и именно они пока в данный момент отказываются. Жаль, что я не министр обороны. Я бы подписал бы сегодня это. Ну, дивіться, мы много с вами поговорили про безвісті зниклих, і так чи інакше, майже в кожному реченні говоримо про віру. Хочеться вірити, що всі, хто вважається безвісті зниклими, повернуться додому. Щоб рідні дочекалися своїх, тож не втрачаємо віру. Дякую вам за розмову. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була заступниця громадської організації «Всеукраїнське об'єднання родичів зниклих безвісті Надія», пані
Вікторія Салдухіна. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі на 9 каналі.